Добрый день, дамы и господа, уважаемые любители, профессионалы боевых искусств. Я Роман Карасев, и вы смотрите YouTube-канал «Планета Дзюдо». Сегодня я хочу впервые выступить перед вами для того, чтобы анонсировать выход специальной рубрики на нашем видеоканале, рубрика под названием «Библиотека боевых искусств». Эта рубрика специально создана для того, чтобы через видеотрансляцию мы могли знакомить вас, уважаемые наши зрители, с различными книгами, документами, журналами, со всеми материалами, которые печатаются, издаются и издавались в разные годы и сегодня продолжают издаваться, для того, чтобы лучше и глубже понимать боевые искусства и совершенствовать себя на этом пути. Я уверен, что данная рубрика будет востребована среди наших зрителей. Мы будем стараться не только знакомить вас с теми книгами, которые мы прочитали сами, а также с теми книгами, которые планируются к изданию. Будем также делать видеоинтервью с авторами различных изданий. И я надеюсь, что вы будете пользоваться этими книгами, и наши видеообзоры в рубрике «Библиотека боевых искусств» будут вам полезны, и вы будете дальше совершенствовать свои знания, опыт в боевых искусствах. Спасибо вам, что смотрите наш видеоканал. До скорых встреч!